Кромочный станок Марга Т, он же СМФБ 50, станочек на свежего года, с двусторонним нанесением как на кромку клея, так и на заготовку. Естественно, мы можем отрабатывать в данном случае либо по времени от концевика на автоматическом режиме, если у нас будет работа. И также мы можем работать по длине кромки, выставляя ее остатки с весом. Работа через энкодер. Станочек у нас полностью готов к работе. Состояние 5 с плюсом.